4 мая 2023 года. У нас очень тепло. 21 градус. Все, нам пришло лето. Нет, конечно, вроде должны быть еще похолодания. Но сегодня прям летняя-летняя погода. Я уже вчера смонтировала, поставила ролик. А потом, вот буквально я только выложила. И опять пришли сообщения об обстрелах. У нас вчера еще 6 раненых, в том числе 6-летний ребенок в Буденновском районе. Там попали в дом, и семья вся ранена. И так каждый день. Что из позитивного и хорошего? Все-таки канал заработал. Да? Сейчас увеличили в тестовом режиме подачу воды. Вот уже 2 раза, как нам давали воду. Ну, вот так и дают по графику раз в 3 дня, но вода уже начинает идти раньше. По графику она с 15. Да, с 15 и, за 20, и до 22. С 15 до 22. Вот, ну и примерно, да, она так и начинает идти часа в 3. Но так как у нас дома низко, вот, и у нас этого напора хватает еще и на практически всю ночь. То есть довольно-таки хорошо идет вода. Дуваны. Да, дуванчики. Все открылись уже. Ой, так что... Вон мама. Угу, кто-то рисовал. Так что уже есть такой позитив в этом. Уже хотя бы с водой более-менее. Надеемся, что все будет работать нормально и все будет так, как обещал Пушилин, что потом вода уже будет каждый день. Вот. Подумать только, мы представить себе не могли, да, что вот в Донецке вроде там все, здесь горячая вода. Я отсюда даже никуда не хотела уезжать, потому что думаю, ну, в принципе, мне комфортно, да, вот ехать там на малую родину, там вода по часам так вот, как была, так и есть. Она много лет там так, что воду дали, вот набрали вы и все, потом сутки через 2 тоже так вода. Ну, не сутки, она там идет несколько часов. Ну, а так вот. Никогда не знаешь, чем жизнь обернется. Ну, а так все пока без изменений. А, что еще? В МФЦ вроде бы должны были расширить спектр услуг, но я еще до МФЦ не добралась, скорее всего, там где-то, может быть, в понедельник. Посмотрю, когда там. У нас там же еще выходные. Короче, когда у меня будет первая половина дня более-менее свободная, попытаюсь добраться до МФЦ, потому что мне нужно сменить номер телефона на госуслугах. Мне из-за этого очень неудобно. Мне нужен госключ, подписывать документы, а без номера телефона это сложно сделать. Только что был прилет. Прямое попадание. Летит.
донецкие розовые магнолии зацвела. Господи, как Донецк быстро процветает. Вон она. Новостную ленту сейчас лучше не читать, и перекличку тоже. Честно, я в шоке. Там прилет, там ПО, там еще что-нибудь. У нас, ну, как бы слышно, но где-то в отдалении. Вот. Сегодня больше всего Петровка страдает. Кировский, Куйбышевский районы. Прям жестко. И погибшие, и раненые. А потом прекратился вот этот обстрел. Вышли, кинулись, а его нету. Начали же его искать. Смотрим, куски вот эти вот лежат. Думали, собаку разорвала. Я еще с дому взяла, куски подобрала и в пакет, думаю, чтоб не валялся. А когда соседка пришла, начала большой кусок разворачивать, а это голова. Уши видны были, волос. Ну и сразу же поняли, что это...